Проект «Читай быстро» представляет 10 лучших книг по психологии. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, а мы начинаем. Эрик Бёрн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Одна из самых известных книг по психологии. Автор разложил по полочкам все возможные житейские ситуации, расписал возможные их решения. Книга помогает человеку избавиться от установок, заведомо программирующих поведение. Натаниэль Брандон. 6 столпов самооценки. Проблемы с самооценкой знакомы практически всем людям. Однако почти никто не умеет бороться с ними, из-за чего всю жизнь чувствует дискомфорт. Многолетние исследования и научные труды автора книги легли в основу толкования понятия «самооценка». Дейл Карнеги. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». В этой книге вы не найдете воду и голые рассуждения, пусть и не лишенные смысла. Автор трактата описывает именно то, что говорится в названии. Научитесь завоевывать друзей. Оливер Сакс. Человек, который принял жену за шляпу. Очень интересная и глубокомысленная книга от практикующего психолога. В ней Оливер Сакс рассказывает о различных клинических ситуациях, что помогает понять, насколько наш мозг способен извращать реальность. Эрих Фромм. «Иметь или быть». Весьма провокационный, но любопытный трактат, покоривший весь западный мир. В нем рассказывается о том, что стремление к обладанию чем-либо, к сиюминутным прихотям, вытеснило из человека умение жить и наслаждаться жизнью. Эдвард де Боно. 6 шляп мышления. Книга описывает 6 основных линий поведения человека, на которые он основывается в той или иной момент повседневной жизни. Карл Роджерс. «Становление личности. Взгляд на психотерапию». В книге пропагандируется уважение к каждому индивидууму, равноправие и необходимость принятия человека перед его оцениванием. Альфред Адлер. «Наука о характерах. Понять природу человека». Автор познакомит читателей с основами становления личности человека, расскажет о формировании характера и о влиянии даже одного поступка человека на его окружение. Михай Чиксентмихайи. «Поток. Психология оптимального переживания». Весьма любопытная книга современного психолога, который является автором революционной теории о потоке. Потоком он называет полное слияние с собственным делом, приносящее удовольствие, гармонию. Эрик Эриксон. «Детство и общество». Любопытная книга, позволяющая оценить взаимодействие человека и общества на разных этапах взросления. У нас в списке осталось еще 20 крутейших книг по психологии, и мы его постоянно обновляем. Хотите узнать о них всех? Переходите по ссылке в описании и добавляйте статью в закладки. Это был проект «Читай быстро». Подписывайтесь на канал, читайте книги, становитесь лучшей версией себя.